Всем привет, друзья! Вы на канале Воин. Тайсон Фьюри во время интервью с Саймоном Джорданом возмутился, когда журналист назвал Энтони Джошуа лучшим бойцом по сравнению с Донтеем Уайлдером. Извините меня, кто это сказал? Саймон Джордан, веди себя прилично, Саймон. Ни в коем случае. Уайлдер нокаутирует Эй-Джея в первых двух раундах. Так как же он может быть лучшим бойцом? Расскажите мне это. Я сомневаюсь, что в мире кто-то думает так же, как ты. Уайлдер пронзит Джошуа своими кулаками, как только предоставится такая возможность. Эй-Джея не так уж сложно подловить, правда. Так что я уверен в победе Уайлдера. Эй-Джей, I've not heard from you at all. You've never gotten your thing and said you want this fight or you don't. I'm gonna do a video, 1 hour, for the full fucking day, until you agree or don't agree. Let us know. And just to clarify, there has never been a December 17th date, ever. There's only ever been November the 26th at Wembley, or December 3rd at Cardiff. There never has been a date on the 7th. This is it now, AJ, Eddie, don't get scared now. Agree to the fight and let's give the fans what they want. I'll give you an unbelievable deal and an unbelievable opportunity. So let's go. Go time. Showtime. And AJ, if you really wanted this fight, you'd say you wanted it and you'd just do it. November 26th, December 3rd. Let's give the fans what they want. No way out. Эйгос Климас менеджер Александра Усика. Это отличный способ убежать от Усика, призывать других, но не отвечать Александру. Посмешище. Мэнни Пакьяо ведет переговоры со своим бывшим спарринг-партнером, французом Жабером Заяни, о проведении показательного поединка в январе следующего года в Саудовской Аравии. «Мы только что начали переговоры. Я буду готовиться точно так же, как и к настоящему бою». Кубинский супертяжеловес Фрэнк Санчес вернется в ринг 15 октября. Он проведет поединок против пуэрториканца Карлоса Негрона. Бой состоится в Нью-Йорке 15 октября в андеркарте Wilder Helenius. Итальянский супер-средний вес, обладатель титула WBO Intercontinental, Даниэль Скардино принял участие в подготовке Геннадия Головкина к третьему бою с Саулем Альваресом. Скардино стал одним из спарринг-партнеров Triple G, о чем поделился в своем инстаграме. «Влоги Вильва – уникальный опыт для меня – поучаствовать в тренировочном лагере Геннадия Головкина, одного из сильнейших бойцов истории бокса». А на этом у меня все, друзья. Большое спасибо за просмотр. Поддержите это видео своим бойцовским лайком. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом. И подписывайтесь на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся завтра. Всем пока.